ребята, всем привет! С вами я, Хоумаплей. И сегодня я пойду путешествовать, как-то пойти по миру, потому что я толком еще тут не нашел ничего интересного такого. Только вот узнал, что тут рядом болото есть. А болото, это значит, что где-то рядом есть домик. Но если тут реально у нас домик ездит, то это будет очень круто. Все. Ну, я буду рад домику ездить. Ну, или если я найду деревню, то тоже неплохо. Или хоть пещера с ресурсами. Кстати, в прошлом выпуске, ну, как сломалась кирка, я так ее и не сделал. Да, вообще? Какая-то пещерка. Ручка. Сделаю киркой. Потому что я Хоумаплей. Нужна кирка срочно. Пойду в эту пещерку. Планы поменялись. Где-то вот там вот вроде мой домик. Да, вот мой дом. Буду скорее сюда, так как ну, вроде все растет. Все растет. Так, вот это все вылаживаю и крафчу каменную кирку. Даже несколько, наверное, сделаю. Ну круто, если там есть алмазы, то ну или кто бы делал, то это все ролик уже удастся. Так, ну я, конечно, как-то не подготовленный дом, у меня блоков нет с собой, это да глупо. Да, я тупой. О, сразу железо нашел. Это уже впечатляющее начало, значит ниже есть что-то стоящее. Что-то реально стоящее. Так, тут какие-то кривые проходы, ходы. Поэтому я сразу пойду вниз. Так, тут тоже все криво как-то. Где типа продолжение шахты? Ладно. Странная шахта какая-то, тут уголь вон вижу. Ну, уголь мне пока вроде не нужен. Да, я такой. Я не буду пока что добывать этот уголь. Блин, какая-то пещера мне очень такая. Мне не понравилась эта пещера вообще. Пещера, ну ничего нету. Что-то ну это ж не круто, надо ж прям алмазы. Это лазурит. Хотел бы добыть, но ничего не так. Итак, по путешествию я думаю, это не остров, если это остров, это ужасно. Так, будет немного, так пойдем. Все, вроде надо бегать. Да. О, еще одна пещера. Надеюсь, она получше той. О, видимо,
Надо, видимо, эту пещеру получше строить. Так, тут проходы большие. Кто за... Я нашел спавнер. Срочно. Отвали, псих. Все. Вау. Арбуза, семена. Семена арбуза, ведро, кости, нитки. Алмазная конская броня. Вау. Спавнер. Ну, круто. Теперь... Нет, отвалите. Неужели меня не убили? Ладно. Спасибо, что не прибили меня. Так. Добуду железо. Копаться под себя это плохо, знаю, но... Тут все-таки железо можно. Так. Вообще. Накопался я железо. Да, и опять железо. Но, в принципе, это уже неплохо, потому что спавнер. Спавнер, это очень круто. Так, тут так как-то светить надо. Дверь какая-то странная. Так, ну, круто, я нашел спавнер. Это уже круто, но мне этого мало. Мало. Ну, у меня просто полно ресурсов, полно. Но я это уже не потеряю, потому что я включил сохранение своих карманчиков, инвентаря. Вот. Ой, как-то я так криво сделал все. Так, добываю вот это железо. Так. Так. Отлично. Так. Что-нибудь есть еще? Её, лава. Так, лава. Это было интересно. Так, чуть-чуть подосветить надо. Так, к лаве вернемся попозже. Сейчас я хочу добыть вот это железо. Так, лава. В пещере. Это уже интересно. Это уже круто, пуша. Ждем с лавой. Что обычно находится? Да, правильно, алмазы. Алмазы мне бы пригодились. Так. Так, вот все криво. Криво косо, мне не нравится. Так. Так много железа сильно. Я бы разбавил за какими-нибудь алмазами, да. Так. Пойду к лаве. Ближе подберусь. Посмотрю, что тут есть. А чего тут нету? Так, надо бы ее чем-то закрыть. О, у меня булочник есть. Показался зомби. Так. Отлично, но, блин, как-то не очень. Спавнер, это круто. Спавнер, это очень круто. Можно будет в дальнейшем сделать ферму мобов. Так, туда я вроде ходил уже. А, тут нет, я туда не ходил. Интересно, что тут есть. А тут ничего нет. Вот как мне такое. Искал и ничего не нашел. Все, нужно выбираться отсюда. Так, мне бы теперь... О, привет.
Круто, я нашел вполне. Спасибо, ой, дай. Ой, пульсар. На. Все, ну этот ролик получился довольно таким смешным. Что я вообще такого принес из похода. В следующем ролике мы, наверное, будем уже как-то делать огород с арбузами, да? С арбузами. Мы еще... Круто. С арбузиками сделаем огород. Тростник посадим. Это точно. Ну вот. Ну, в принципе, ролик хороший получился. Поэтому всем пока-пока, ребята. Я выключил запись. Пока.